Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал «Виноград Личины». Сегодня, друзья, хочу поговорить о цветении винограда. Сегодня у нас уже 16 июня 2018 года. Мой виноградник практически уже весь перецвел. Осталось пару сортов, которые не перецвели еще или находятся в стадии цветения. Друзья, я раньше не обращал внимания. Ну, цвел виноград, да, цвел, ничего там такого страшного не происходило. Я о том, что у меня тут возле дома вот растет виноград, растут цветы. И как бы не придавал значению, что во время цветения виноград может издавать такие приятные, тонкие, изысканные запахи. Когда у меня же в основном основной виноградник растет там в огороде, я обратил внимание, что очень приятный очень издает запах виноград во время цветения. Ну и как происходит вообще в целом цветение винограда? Растет лоза, на ней образуется зависть. Потом эта зависть разрыхляется. И на каждой ягодке, получается, есть такие вот как бы колпачки. Будет вам показать. Колпачки. Эти колпачки, они потом сбрасываются, раскрываются и происходит опыление. Есть функционально женский тип цветения и функциональный и обоеполый есть тип цветения. Ну, есть мужской тип цветения функциональный, но это в дикой природе, где-то в лесу растет такой виноград. У меня в основном на винограднике обоеполые сорта, обоеполый тип цветения. Там только я посадил лору в этом году, в прошлом году, то там будет функционально женский тип цветения. Что происходит? Коронка сбросилась, и здесь вот есть пестики, и они самоопыляются ягодки. И получается, происходит самоопыление. Ну, когда происходит цветение винограда? Получается, когда лоза вырастает примерно около 1,5 метра вверх, и когда основных вырастает где-то от 12 до 15 листьев. Вот если считать листья, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну вот 13. Это основные большие листья. В это время происходит опыление винограда. Для чего нам нужно это, друзья, знать? Для того, чтобы вовремя делать профилактическую обработку от болезней. Поэтому, когда начинается сбрасывание колпачков, можно там за пару дней, которые начинают обрабатывать, когда сбросится 1-2 колпачка на соцвете, и тогда начинают обрабатывать виноград от болезней. Для этого нам нужно знать, когда примерно вырастет лоза, сколько можно посчитать листьев, и начинать делать обработку винограда от болезней. В этом году цветение произошло очень быстро. У нас погода соответствует и сопутствует. Стоит жаркая погода, дождей нету. Уже, наверное, 2 месяца, как дождей нету. Поэтому цветение произошло в целом неплохо. Ну, цветет виноград в зависимости от сортов от 3 до 10 дней. Если вот стоит, как я и сказал, погода хорошая, цветение происходит и за неделю. А если стоит уже погода дождливая, холодная, ночи холодные, то цветение может затянуться и до 2 недель. Во время цветения я на участке, на винограде своем, ничего как бы не делал. Но в этом году есть исключение, потому что стоит у нас засуха, как я уже говорил, и это очень тоже может плохо сказаться на цветении нашего винограда. Также плохо, как в прошлом году, все
каждый день лил дождь во время цветения, и был переизбыток влаги, зависть осыпалась, она плохо пылялась, она горошила потом. А в этом году получается немножко наоборот. У нас стоит засуха, и поэтому нужно немного наш виноград поливать, даже во время цветения. Иначе тоже может осыпаться зависть из-за того, что идет пересыхание почвы. Виноград истощается во время цветения, он много сил отдает на цветение куст, и получается идет истощение. Поэтому нужно, друзья, поливать. Сколько поливать? Ну, в принципе, как по-разному. Я разговаривал со своими друзьями. Кто-то поливает по 2-3 ведра каждый день, кто-то поливает через день 100 литров под куст, а кто-то поливает и 200 литров под куст раз в неделю. Поэтому так, сейчас я пройдемся, я покажу на своем винограднике, что у меня уже перецвело, что еще есть. Вот мы сейчас находимся возле Аркадии, она уже у нас практически перецвела, уже завязались ягодки. Здесь у меня рядом растет велес, кишмиш-велес. Он тоже как бы неплохо цветет. Завязываются гроздочки вот такие, не слабенькие. Ну, велес он есть, велес. Он завязывает всегда большие крупные грозди. Вот такие гроздочки. Да, еще, друзья, хочу вам показать, если мы тут увидим. В прошлом году только-только они на пару кустах у меня появлялись. А в этом году стоит сухая погода, и появилось очень много букашек на вот такие черные букашки. Они летают. Получается, что это как идет вредитель. Они могут подгрызть ягодку, и она потом засыхает и отпадает. Поэтому я в прошлом году, как у нас уже сказал, лил дождь, я не обрабатывал свои. Я обрабатывал кусты, но не добавлял туда препарат для обработки против вот сосущих и грызущих. Вот видите, на листику ползет вот такая букашечка. Ну, сейчас во время цветения я, наверное, не буду вот это тоже делать, потому что может осыпаться заяц. Как получится, так получится. Как будет, так будет. Мы подошли к августину. Он уже точно тоже частично опылился. Где-то еще доопыляется. Гроздочки завязываются вроде бы неплохие. Так. Здесь вот идем, переходим плавно. Он вместе срастет, краса никополя. Вот тоже он. Происходит цветение. Все цветет. Вот где еще только будут колпачки сбрасываться. Вот стадия цветения. Здесь у меня кишмиш 342, он тоже уже практически отцвел, завязываются ягодки. Он вместе рядом растет с аладдином. Аладдин тоже уже отцвел. Один выбрасывает неплохие грозди. По 30 ветер на одну лозу. Потом я, наверное, одну обрежу. Ставлю только две. Буду смотреть. Вот аладдин. Тоже растет. Все великолепно. Болячек на кусту нету. Вегетация идет хорошая. Великолепная. Так,
моя помощница. Пчелочка помогает опылять. Здесь у меня Надежда Оксайская. Вот она еще цветет. Я думаю, за пару дней она перецветет. Кстати, видите, тоже выбросила много. Потом еще надо будет нормировать немножко. Вот, пчелочки большие, маленькие. Вот это самый лучший опылитель, друзья. Не нужно никаких гибериллинов, завязей и бутонов. Препарат такие, завязь и бутон. Так, здесь у меня мы переходим. Тоже начинает зацветать. Это арочный называется. Вот он тоже частично отцвел. Где только еще начинает зацветать. Что интересно, у него колпачки, и они почему-то темнеют. Вот такие черные точки. Это вот колпачки у него такие. Здесь у меня кадрянка. Она цветет. Еще не перецвела. Все в стадии цветения. Здесь у меня кишмиш запорожский. Он был, этот куст, пересаженный в прошлом году. Но сейчас тоже выбросила гроздочки. Он выбрасывает неплохие гроздочки. Ягода вкусная. Потом посмотрим, как будет. Вот он уже тоже частично перецвел. Так, здесь у нас еще один 342-й. Он уже тоже практически перецвел. Так, а здесь у нас, друзья, красотка. Вот по красотке немножко идет в этом году проблема. Я вот не знал, что во время цветения нужно, когда идет засуха, нужно поливать виноград. Я до этого года ничего не делал, хотя прошлые годы были и плохие. По поводу цветения, всегда во время цветения шли дожди. Поэтому в этом году получается, что идет сбрасывание завязей. Я вам хочу показать. Это вот эта нехватка воды. Завязь осыпается. Я стал уже поздно поливать. Этот куст именно красотка. Вот у него такое есть свойство. Во время засухи он сбрасывает завязи. Это не везде происходит. Там еще есть, ну, нормально, но на некоторых соцветиях происходит сбрасывание. Это вот такой плохой негатив на этом кусту, оказывается. Он не любит перенос такой жары, красотка. Поэтому будем как-то на следующий год это учитывать. Нужно будет проследить именно за красоткой. Так, дальше у нас идет инцетидлис. Здесь по нему вопросов нету. Очень хорошо опылился. Завязываются уже вот ягоды. На нем вот уже они в стадии гороха, скоро может провести уже будет обработку и подкормку кустов. Так, здесь у нас он переходит плавненько в Алешенки. Алешенкин в этом году тоже выбросил очень красивое соцветие. Прошло вроде бы неплохое опыление, завязи получились красивые, большие. Да, друзья, еще хочу вам сказать, что во время цветения
нельзя трогать, ну, нежелательно даже, может, нельзя трогать соцветия, вот, допустим, соцветия там, трясти их или что-то еще делать, потому что еще могут быть завязываться ягодки, вот этим и трясучкой мы можем посбрасывать все это. Поэтому пускай они своим путем потихоньку начинают набирать обороты, начинают расти. Так, здесь у нас еще кишмиш Русбол, кишмиш Мираж. Тоже выбросил хорошие, отличные заяди. Неплохие. Кустам этим уже по 5 лет. В прошлом году они мне попали под заморозки, практически весь рад. В этом году набирают обороты. Посмотрим, как будет дальше все идти. Ну и последний в этом ряду у меня Магдальский. Тоже выбросил вот такие длиннющие завязи. Кусту я дал хорошую нагрузку, потому что кусту пятый год, а они по-настоящему мне не плодоносили. Все какие-то были стихийные бедствия. То заморозки, то еще что-то, то плохая дождливая погода во время цветения. В этом году все происходит великолепно. Вот так, друзья. В целом у меня на винограднике происходит. Здесь возле заборчика у меня уже стадии гороха Юпитер, кишмиш Юпитер. Его уже можно обрабатывать и подкармливать. Листья вот все чистые, все великолепно. Лоза растет, коронки согнутые. Вегетация происходит великолепно. Здесь у меня преображение. Еще один куст. Вот она тоже уже перепылилась. Преображение выбрасывает тоже неплохие гроздочки. Хорошие. Вот так. Так, ну и здесь еще один оладин у меня. Вот он тоже не нравится. Перепылился. Завязались ягодки. Вот эти уже три куста можно, в принципе, производить обработку и подкормку на винограде. Ну и здесь мой молодняк. Где-нигде происходит зависть. Вот Алешенькин еще один меня посадил. Вот на второй год повыбрасывал уже вот такие завязи. Куст тоже, я вижу, набирает обороты, не слабенький. Поэтому я ему дам возможность отплодоносить. Может, что-то я потом обрежу, посмотрю. Хотя лоза отрастет, коронка загнутая, вегетация происходит, я считаю, неплохо. А, еще здесь, друзья, целый ряд покажу вам. Здесь у меня растет белое пламя. Кишмиш белое пламя. Конечно, это сорт очень такой капризный. Вот третий год кусту, и вот только первая сигналка будет пробовать. Он сильно, очень сильно на него нападает мельдью. Очень сильно. Поэтому он у меня идет, тут сидит куст как бы... регулятор такой. Я по нем наблюдаю болезни на всю винограднику. Если этот куст подхватил уже мельдью, значит, нужно обрабатывать виноград. Это если уже таких вот плохие погодные условия. Пока все отлично, признаков болезни нету, виноград растет. Ну, не знаю, как он мне дальше покажет, но пока с него как бы толку мало. Здесь у меня так, Чарли происходит. Вот растет мой Чарли. Третий год кусту. Тоже его нагрузил так нормально. Розочки выбрасывают неплохие. Потом еще сделаю нормировку. Что-то слабенькое удалю, что-то получше оставлю. Так. Здесь у меня что? Здесь у меня
Виктор А. Сорт такой тоже первый год плодоносит, кусту 30 год. Плодоношения еще не было. Пока оставил все, что есть. Буду наблюдать за этим кустом. Так, здесь у меня ливия с одним рукавом. Здесь тоже первое плодоношение в этом году. Пока тоже оставил все, что есть. Потом будем наблюдать за ним дальше. Ну и здесь еще у меня галахад. Это тоже еще такой ранний сорт получается. У него там до 100 дней срок вегетации. Срок созревания, вернее. Вот тоже я оставил все, что он выбросил. Надо понаблюдать, посмотреть. Еще и у меня не было ягод, я не пробовал. Вот, друзья, все так примерно выглядит у меня на сегодняшний день. Виноград цветет, вегетация идет. В целом все нормально. Вот и молодняк, все растет у меня. Ну все, друзья, что я хотел рассказать в этом ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего цветения на вашем винограде. Всем пока.